вскидку, какая песня, у него есть одна песня, одно название песни, которое у него дважды встречается. Ну, как там, допустим, там «Терминатор», «Терминатор 1», «Терминатор 2». Блин, ну все шарят. Ладно, хорошо. Я думал, будет пауза, все будут мучиться. Я думал, все знают только это «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет». И... А я типа такой эстет. Когда мне было 15 лет, я любил провоцировать свою маму, святого человека, такими песнями. И она ни разу мне ничего не сказала. Вот и было. Слава Богу, что не папа, то не выжил бы. Нет, он... Гуляю, я один гуляю, что дальше делать я не знаю. Нет дома, никого нет дома, я лишний, словно куча лома. Я бездельник, о, мама, мама, я бездельник, о, я бездельник, о, мама, мама. В толпе я, как иголка в сене, я снова человек без цели, болтаюсь. Я один гуляю, не знаю, я ничего не знаю. О-о-о-о. Я бездельник, о-о-о, мама, мама, я бездельник, о-о-о. Я бездельник, о-о-о, мама. А школьные каникулы уже не за горами, и чем детишек вам занять решают папы с мамами. Как от компьютера отвлечь, побегали, чтоб и поиграли. Решение есть, пейнтбольный клуб наш снайпер. Вы их поиграть к нам приводите, все снаряжение в комплекте есть для каждого. Бронежилет нательный, форма, маски. Ведь сами помним, как играли мы войнушки. Такому отдыху детишки будут рады.